Сегодня учителя отмечают свой профессиональный праздник. Во многих барнаульских школах сокращены уроки. Их, кстати, ведут ученики. День самоуправления – добрая традиция. Традиционно в профессиональный праздник учителей обновляют и доску почета. Учительская слава Барнаула. Здесь появились новые лица, 27 фотографий педагогов и 3 образовательных коллективов. Это не только учителя, но и работники детских садов, а также центров творчества. Эти люди – профессионалы, преданные своему делу. Учительская слава Барнаула вновь обновится ровно через год, в этот же день.